Теремок ТВ. Рюкзачков. Ой! Мам, можно я пойду в нем в школу? Ты же в нем собиралась на выпускной. Да, но оно такое красивое. Хорошо. Но смотри, не замарай. Я что, девчонка, что ли, танцевать? Да брось стесняться! Пригласишь кого-нибудь на танец? Я передумал! Научишь меня? Ага! Лиза! Лиза, мы здесь! О! Нет, 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 нет! Ёшки-застёшки! Ты в порядке? Не ушиблась? Нет. Ребята, это катастрофа! Нужно сейчас же спасать платье! Спасти его может только стиральная машина. Да ладно! Подумаешь, пятнышко небольшое. Да оно с тебя размером! Нужно что-то делать! Если мама узнает про платье... Мы что-нибудь придумаем. Пойдем в школу. Ну, вы видели, как красиво ее хозяйка шлепнулась в лужу. Да я тебя сама сейчас в нее посажу. Пойдемте, девочки, а то она вообще небезопасная. Так, Молли, вдох-выдох. Ладно, ребята, а почему бы нам... почему бы мне не сделать все самой? Молли... Сюда! Ты еще кто такой? Я Билли. Просто хочу тебе помочь. Ну, давай. Нарушим кое-какие правила, но эта штука поможет спасти платье. Что там, что там? Стиралка? Жаба-колдунья? Волшебные бобы? Вот эта штука. Вау! А что это вообще? Похоже на старье. Никакого почтения. Это машина времени. Вау! А что это? Если нажать на эту кнопочку, ты перемотаешь время назад и сможешь сделать так, чтобы твоя хозяйка не села в лужу. Вот на эту говоришь? Получилось!
привет, Молли. Ты что, к марафону готовишься? Не знаю ни про какие семафоры. У меня есть машина времени, и я должна спасти свою хозяйку. Машина времени? Ах, ну сколько раз вам говорить. Нельзя вмешиваться в пространственно-временной континуум. К тому же во времени есть фиксированные точки, которые невозможно изменить. Если кому-то суждено сесть в лужу, с этим ничего не поделаешь. Ой, да ну вас! Я не позволю этой луже испортить настроение моей хозяйки. Если кому-то суждено сесть в лужу, с этим ничего не поделаешь. Кому-то? Но ведь не обязательно Лизе! Ой, бедный мой рюкзачок! Как ты только сюда упала? Ну ничего, постираю тебя, и будешь красивее, чем раньше. Вы видели, как красиво она шлепнулась в лужу? Молли, ты не ушиблась? Зачем ты прыгнула в лужу? Затем, чтобы изменить пространственно-временной континуум. Это доктор Спрут, самый крутой суперзлодей в этой вселенной. Ему никогда не сравнится с супертайфуном. Сегодня привезли новые фигурки с ним. Я очень хочу купить себе такую. Ты не прав, Алекс. Во-первых, супертайфун не может стрелять из щупалец. А во-вторых... Вау! Скоро выйдет новое коллекционное издание комиксов про доктора Спрута. В котором он снова продует супертайфуну. Жду не дождусь, когда мы с Алексом сможем поиграть с новой фигуркой и одолеть парочку суперзлодеев. Ты ничего не понимаешь в крутости. Доктор Спрут при помощи своих технологий с легкостью победит тайфуна. Ребята, да они оба полный суперотстой. Кто по-настоящему крутой, так это единорожки. На вот, почитай. Молли, не мешай. Сейчас я покажу, на что способны суперзлодеи. Ботя, решил меня похитить? Ботя, стой! Верни Молли! Ну, погоди, Ботя! Отпусти Молли! Сам это начал. Ой, Ботя, давай остановимся. Мне позарез нужен вот тот значок с темным лордом. Молли, я немного занят. Ботя, мне скучно. Я хочу еще полетать по городу.
Ты ничего не понимаешь, Молли. Ты выступаешь приманкой для супертайфуна. Благодаря тебе он попадется в мои цепкие щупальца. Я почти закончила разработку мега-злодейского бота-объединителя. С ним я могу собрать суперсилы всех комиксов и использовать их одновременно. Это самое гениальное устройство, придуманное доктором Боти. Ой, то есть доктором Спрутом. Трепещи! Ай! А? Все-таки ты попался в мою ловушку. Ботя, отпусти Молли. Это дело касается только нас двоих. Я теперь доктор Спрут. Лямки акулы. Конец. Молли, нет! Он не закончен! Это опасно! Хорошо, что Алекс с Киром помирились. Да, и мы тоже. Знаешь, Ботя, все-таки твой доктор Спрут крутой. Ловко ты меня лизунами обстрелял. Да, супер тайфун тоже ничего. Но вместе они гораздо круче. Если бы не моя магия, вы бы так и дулись друг на друга. Ха-ха, магия дружбы. Не успели, да? Как жаль, что ярмарка уже закончилась, и вы так и не купили этих замечательных значков-улыбашек. Ой, мы с Лизой тоже себе хотели. Догоняй! О, ну ты посмотри на них, а? Они такие радостные с этими значками-улыбашками. Я так надеялся, что Марк купит мне значок-улыбашку. Правда? Давай раздобудем и себе. Только тут мне понадобится твоя помощь. Моя? Твоя. Я видела целую коробку значков у Малены. Мне она их точно не даст. Но если у нее попросишь ты, такому милашке она точно не откажет. Молли, улыбнись же, пойдем играть. Да-да, Элли, скоро присоединюсь. Хватит раскисать. Надо радоваться! Ура! Не будь такой кислой, пойдем веселиться! Да, оттянемся!
Нет. Кислый? Эй, Молли, не... Только скажите, что я кислая? Закопаю. Ой, это же малыш Ви! Извини, Молли, когда я просил значок и для тебя, Малена сказала, что такому кислолицому рюкзаку, как Молли, никогда не видать значка улыбашки. Вот. Иди, Ви, полепи где-нибудь шарики из грязи. Молли! Да они с этими значками вообще с катушек съехали! Вот и не буду веселиться с остальными. Молли! Я буду не просто кислая, я буду... Грустить. Все должны... Улыбаться! Все должны веселиться! Реально с катушек съехали. Мы заставим вас веселиться. Вау! Как-то не до этого! Ну, ты их разозлила! Это все из-за этих дурацких значков, говорю тебе! Улыбаться, улыбаться! Ребята, сюда! Ой. Ребята, вы же понимаете, что, находясь в тупике, шанс спастись от толпы зомби равен 1 к 200. Ботя, мне и так грустно, а тут еще ты со своей математикой. Шш. Слышите? Ребята, знаете, будет очень грустно, если толпа безумных зомби-рюкзаков заставит нас веселиться. Тихо! Ёшки-застёшки! Все равно буду грустить. Ой. Веселиться, веселиться. Кислая. Ты слышал? Что? Давайте немного погрустим. Вы входите в сокровищницу злого колдуна Бака Темного. Сокровища лежат огромной горой перед вами. Но что это? Вы разбудили стражу сокровищ. Каменные статуи вокруг оживают и окружают вас. Что вы делаете? Я хочу остановить их музыкой. А я беру щит и меч. Статуи все ближе. Одна из них протягивает свою когтистую лапу. Лиза, бросай кубик, чтобы остановить их. Дети, идите обедать. Давайте пообедаем и продолжим.
Мне так нравится эта игра. Там прекрасные единорожки и магия. И опасные чудовища. Никакой магии не существует. И чудовищ тоже. Это в твоей глупой книжке написано? Ничего не глупой. Давайте лучше кубик достанем, чтобы хозяева не искали. Только я один не пойду. Там темно. Ботя, но ведь чудовищ не существует. Чудовищ нет, а темнота все равно есть. Чего стоит? Там темно, ни у кого нет фонарика. Ботя, у тебя же есть фонарик в смарте. А, точно. Ботя, ну давай быстрее. Вот он, моя прелесть. Если его бросить, случится магия. Если его бросить, снова придется искать. Но я же говорил, придется снова искать. Добро пожаловать в таверну «Потертая лямка». Какое приключение привело вас сюда? Мы ищем вот такую штуку. Это же камень из посоха темного бака. Его злобные статуи держат в страхе всю округу. А как нам его найти? Его замок находится за таинственным лесом, со тролльем мостом и зловещими болотами. Вон там. А может быть, есть другая дорога? Какой-то он страшный, этот лес. Ботя, ты что? Чудовищ не бывает. Тем более так ближе. Ботя, ну мог бы наколдовать что-нибудь. Магии не бывает. Тем более я не знаю, как это колдовать. Как же не знаешь? Посох в лямке, жесткая стойка, уверенный взгляд. И ты должен верить в себя. Ну или волшебное слово сказать. Запомнил? А теперь вперед! Он не выглядит дружелюбным. Сейчас мы разберемся. Мальчики, я все сделаю сама. Дорогой мистер Тролль, нам нужно попасть на другую сторону моста. За проход надо платить. У нас нет денег, но я могу заплатить песней. Позвольте вам представить отважный наш отряд. Рёк смелый воин, защитник слабых. Ботя мудрый маг, он чудесами магии к победе нас ведет. А я прекрасный бард. Хотя бы здесь у нее получается петь. Магия какая-то. Промажу он вернет. Комольдов подолели, и бака победит. Вообще-то песня еще не закончена. Но если вы нас пропустите, то я напишу и про вас. Про меня? Хорошо, проходите, друзья. Вперед, ребята! Замок уже рядом. Давайте быстрее отсюда уйдем. Что это? Наверняка лягуш. Молли! Да! Молли! Рюк! Ботя, колдуй! Ботя, у тебя все получится! Ботя, ты летал! И даже сломал корни монстра! Ботя, волшебник! Я волшебник! Я могу колдовать! Вместе с магией Боти мы победим темного бака! Эй ты, злодей! Мы пришли за сокровищем! А? Ах так, получайте! Ботя, помоги! Ребята! Нет, я все смогу! Руки прочь от моих друзей! Что вы наделали? Ха, это магия! Выкуси, злодей! А теперь отдавай кубик! Вы пришли за этой штукой? Тогда я отдам его вам! Ведь вы нашли нечто более ценное, чем сокровища! Проявили смелость! И все, забирайте кубик и уходите! Надо было сразу отдать им кубик!
Так-так. А что имел в виду темный бак, когда сказал, что мы нашли что-то ценнее кубика? Молли, он говорил про Ботю! Ботя нашел уверенность в себе, и поэтому у него все получилось. Просто нужно было верить, что у меня все получится. Ребята, скорее искать кубик. О, 20! У меня получилось! Партия супер-единорогов готова. Алекс, твой папа работает в таком крутом месте! Фабрика очень изменилась с появлением ИПСИ. ИПСИ? Что это? Новый станок, искусственный интеллект, производящий современные игрушки. Круто! А что стало со старым станком? Он сломался, тогда как раз появилась ИПСИ, и мы стали делать только новые игрушки. Мне и старые игрушки нравились, особенно Плюша. Плюша? Да, мой медведь. Мне папа дарил давно, а я его потерял. Сейчас таких уже не делают. Давайте поищем, где тут старые игрушки, и найдем там Плюшу для моего хозяина. Тут делали старые игрушки, но там неинтересно. Пойдемте дальше. Надо спешить, пока хозяева не заметили, что нас нет. Игрушечки, что же мы там найдем? Может, пружинчатого динозавра? Или плюшевое мороженое? Молли, мы идем искать игрушку Алекса. Нужно как-то открыть эту дверь. Если мы возьмем что-нибудь тяжелое... Тяжелое, говоришь? Нам понадобится применить силу равную... Молли, ты читаешь мои мысли. Но нужно было чуть меньше силы. Я взяла с запаса. Какое классное место! Как-то тут темно. Давайте скорее уйдем отсюда. О, смотрите! Может, он сможет нам помочь? Кто здесь? Зачем вы пришли к великому бабушке? Здравствуйте! Нам нужна игрушка. Белый медведь примерно вот такой. Конечно, Баалушка может такого сделать. Только почините меня. Когда Баалушка сломался, его заперли одного и стали делать новые игрушки. Баалушке они не нравятся. Нет, нет. Ботя, тут задачка для тебя. Починишь? Запросто. О! Привет, ты же не собираешься нажимать на эту большую красную кнопку? А вот и собираюсь. Я не разрешаю вам включать старого болвана. Он делал плохие игрушки. Он наказан. Еще чего? Нам нужен Мишка. Зря вы это сделали. Спасибо, друзья! А теперь настало время для веселья! Какого еще веселья? Такого! Я вернулся в обычную этой пластмаску. Я отключу тебя, болван. Делать игрушки буду только я. Это мы еще посмотрим! Вперед, мои защитники! Отключите это старье. Надо было сразу уходить. Нужно отключить их, пока они тут все не разнесли. Люк, вон та кнопка отключает и ИПСИ. Ботя, Молли, вы туда, а я к бабушке. Ю-ху!
прекрасных беззащитных единорожек. Вам не следовало становиться у меня на пути, прекрасные единороги! Не трогай! Наконец-то мы вас поймали! Больше не будете мешаться! Сначала я поставлю вас в угол, а потом отключу этого железного увольня. И в этот раз банка напыщенная! Подождите! Вместо того, чтобы спорить, вы могли бы делать игрушки вместе. Да, мне вот единорожки нравятся. Ха-ха. А я вот люблю роботов. Всем нравятся разные игрушки. Кто-то любит роботов, а кому-то нравятся единороги. Дети хотят больше игрушек и самых разных. К тому же вы могли бы работать вместе и придумать новые игрушки, как те, которые сделали мы. Мне всегда нравились твои творения, Балушка. Просто я завидовала, что не могу делать такие же. Ипси, а я всегда восхищался твоими вертолетами. Смотрите, еще игрушки. И такие классные. Вау! О, это, наверное, что-то новое. Раньше мы такие не делали.